Собака породы лабрадор родила 7 щенков, но кормить стала только одного. Пока другие малыши гибли от голода, ветеринар пытался выяснить причины ее поведения и был в шоке, когда все понял. Ветеринар из Китая обнаружил на обочине дороги больную собаку и не мог пройти мимо. У красивого лабрадора не было ошейника, но был огромный живот, кровоточащая рана на лапе и истощенный вид. Мужчина забрал бедолагу к себе в клинику и сразу выяснил, что потеряшка беременна и совсем скоро родит. Собака вела себя очень странно, она практически не шла на контакт с людьми, была печальна и подавлена. Через 2 недели на свет появились 7 прекрасных щенков, но лабрадор стала вести себя странно. Ветеринар не понимал, в чем дело, и стал беспокоиться, когда наступила угроза щенкам. Мама лабрадор сразу после родов приняла только одного щенка, а остальных оставила в углу коробки. Она никак не хотела их принимать и отказывалась кормить, и вообще не проявляла к ним никакого интереса. Ветеринар никогда такого не видел за свою практику и не знал, чем помочь бедняжке. Посоветовавшись с коллегами и проанализировав поведение собаки, он понял, в чем причина. Дело в том, что собака слишком сильно переживала из-за того, что ее бросили хозяева, и погрузилась в депрессию. Она долгое время жила в стрессе, голодала и, возможно, терпела побои со стороны хозяев. Это сильно повлияло на ее психику, и собака замкнулась в себе и не смогла разбудить в себе материнский инстинкт. Ветеринар стал заботиться о щенках и кормить их смесью, чтобы они не голодали. Постепенно он стал подкладывать малышей к маме, и она поначалу игнорировала их, но с каждым днем привыкала и даже стала кормить их. Мужчина понял, что измученной собаке нужно сначала решить проблемы с психикой, и стал медленно помогать ей привыкнуть к людям и снять стресс. Щенки выросли и нашли новых хозяев, а маму лабрадора он оставил себе. Они стали отлично понимать друг друга.